Всех приветствую на канале. Очередная проверка капканов. Уже 2 недели не был в лесу. Погодка мне дала небольшой перерыв. У нас пошли морозики. Ну, в принципе, я не шел, потому что ждал, пока замерзнет болото. И я еще не знаю, замерзло ли болото или нет. Смогу ли я походить, проверить. Потому что если оно не замерзло до конца, то я сразу развернусь и пойду обратно, потому что будет невозможно ходить, это ломать лед. Это не будет не проверка. Ну, а если, конечно, замерзло, то будет красота. Снежок у нас вчера выпал. Свеженький. Так что, если какие-то следочки буду показывать, я еще следа куницы в этом году не видел. Надеюсь, что, может, сегодня увижу. Заодно все посмотрю. Пороша. В лесу красиво. Вот так вот. Так, ну вот первая долина, которую я все время переходил. Сейчас посмотрим. Зверьки бегают. Лед вроде нормальный. Не трещит. Лед под снегом. Ну, я уже на рыбалке даже был, в принципе, 2 раза. За 2 дня 1 поклевка щуки на жерлице и все. Ну, там пару плотвичек, в общем, нету пока видео, что выкладывать зимнюю рыбалку. Ну, класс, болото замерзло. Первый капкан стоит глухой. Не буду подходить, не буду следить. Меня уже сегодня на въезде там спрашивали, лесничий, это ты капканы ставишь или нет. Документы спрашивали. Ладно, пойдем. Будет все, что интересно будет, буду показывать сразу же. А так вперед. Вперед проверять капканы. Очередной капкан. Глухо пусто на нем. Так что привада. Привада вроде еще пахнет. Вот поломанная сосна. И тут так замерзло. Интересно что-то. То ли это смола, то ли что. Ух. Не, не смола, это, наверное. Ну, вообще очень прикольно. Огромный зуб акулы. Ну, понятно. Какая-то водичка крашеная. Ну, хожу пока без результатов. Любуюсь красотой леса. После, конечно, снега. По поросе ходить одно удовольствие. Красиво. Класс, вот там откормочная площадка. Не знаю, видно или нет на полянке. Поднял только что русачка. Где-то он, сейчас покажу Лёшку. Так странно, он лежал прям в глубине леса. Так, вот его след. Вот его Лёшка. Под деревом. Ну так поднялся 5 метров. Сейчас, наверное, ушел немножко заяц с полей по такой погоде. Ушел в этот, в лес. Так прям в глубине леса поднялся. Обычно любит больше по краю ложиться. Ну, так вот редко поднимаешь. Такой, ну тут нахожу на зайца. По болоту по льду идти сейчас намного лучше, чем просто по лесу. Идешь как по асфальту. А
А сейчас бы, если бы не было льда, шел бы по колено в воде. Да. Не знаю, правда, какой тут толщины лед. Но я думаю, что не меньше десятки. Не хрустит. Так, ну вот у меня минус капкан. Сняли, я думаю, что лесники, потому что вот он был здесь прибит к этому дереву. И вот оно тут отмечено в рубку. Как дрова. Эти лесники. Вот любят люди брать чужое, да? Нравится им брать не свое. Что сделаешь? После украденного капкана куничка — это как бальзам на сердце. Вот она висит, красавица. Снегом уже запорошило ее. Тоже самец. Самец крупненький, красивенький. За переднюю лапку поймался. Ну что, с полем меня, прости, куница. Конечно, куничка подороже стоит, чем капкан. Но капкан все равно жалко. Не очень понимаю этих, конечно, людей, которые капканы снимают. Я не знаю, что они думают, что это противозаконно или что. Ну, в общем, как-то непонятно. Ну, а меня с полем. С полем хороший, красивый. Ну, что-то в этом году одни самцы, только одну самку попал. И молодняк не попадает. Как-то непонятно. Молодняк-то должен быть. Почему не попадает? Вот опять крупный самец уже. Сколько это? Моя шестая куница. Значит, и одна только была самка. Да и то не этого года. Ну, старая самка. А это вот все самцы взрослые. Молодняка еще не было. Ну, значит, попала вот на таком вот месте. Здесь вот долина идет так. Туда вдоль пошла. Вот так. А там вот капкан стоит на краю долины. Ну, на высоком уже. И вот это дерево в прошлом году, там очень много было на нем меток куницы на поваленном. Я там капкан ставил, но в прошлом году не попало. А в этом вот влетело. Как бы хоть настроение подняло, то я уже иду расстроенный, думаю, блин, эти лесники сейчас еще по моим уже следам, блин, пойду. Да капканы поснимаю. Ай. Ладно, посмотрим. Конечно, не очень я время выбрал в лес идти по снегу. Ну и что сделаешь? Другого времени у меня особо не было. Ладно, посмотрим, пойду. Ну, я уже столько прошел и следа до сих пор куницы не видел. Ну, думаю, что она просто не пошла по этому снегу, по этой пороше. Отсиживается пока. Пока отсиживается. Вот иду просто вообще радуюсь, то, что замерзло болото. Здесь я шел в прошлый раз по колено, блин, так мне тяжело было. Все время этот участок давался, я сейчас его пролетаю просто. Просто мгновенно. Класс. Так, ну и вот второй капкан минус. Два капкана, короче, у меня сегодня сняли. Ну, не сегодня, в смысле. Сегодня я обнаружил, что сняли. Ну, каждый год снимают. Непонятно, кто снял, но тоже я почему-то грешу на этих лесников. Потому что они у меня сегодня спросили, это ты капканы ставишь?
переезжаю тут на другое место. И вот здесь возле насосной. Насосная качает, норочка бегает. Вот стоит, смотрит на меня. Не знаю, будет видно или нет. Вот она возле кустика. Сейчас посмотрю, насколько я к ней подойду. Уже можно было бы стрелять, в принципе. Оп! Залезла в лун. В полынью. Вот насосные качают, воду скачивают. С полей. Короче, вот она наследила тут, бегала. Норочка небольшая. Я в прошлом году тут видел такого самсака, вообще здорового, крупного, почти как выдра, мне показалось сразу. В общем, ехал я, и не было этих лесников на том месте. Я бы спросил у них, зачем они капканы снимают. Типа, ты капканы ставишь? Я говорю, ну я. Типа, это ж нельзя. Я им, хоп, документы показал, в общем, что можно путевку. Ну, они же ничего не сказали, козлы, что сняли капкан. Ну, 90%, что это они, потому что вот дерево отмеченное в рубку дровяное, и сразу же оторван от него этот сбежек, не сбежек, а жердь, и нету капкана, а привада осталась в сей. В общем, как-то так. Мыши мох подрали, непонятно зачем. Переехал я на другое место. У меня тут еще пару капканчиков. Может, что-то еще попадет. Ну, в принципе, пора бы у меня было бы уже и приваду подновить. Но у меня как бы нечем особо. Я вот, короче, паштетом вот таким кошачьим с печенью. Я в прошлом году вискосом паштет с печенью. Ну, подновлял, он так нормально пахнет, получше, чем этот. Ну, в этот раз просто не было, и я взял, короче, что было. Посмотрим. В принципе, то осталось тут одна неделя, это последняя проверка. На следующей неделе я уже буду собирать капканы, у нас закрытие сезона на пушнину, все. Следующие выходные, последние выходные. Поэтому как бы конец охоте. Так, ну вот, куда ж без нее. Сойка попала. Сойка попала, окуница не хочет попадать больше. Последний капкан. К концу дня вылезло солнышко. Вообще стало красиво. Все заиграло цветом. Ну что, две недели стояли капканы. Все не достояли, к сожалению. Два капкана кто-то кому-то понадобились очень сильно. Как ни крути, все равно я с трофеем. Попался опять крупный кот. Уже пятый крупный кот. И одна куничка, девочка попала мне за этот сезон. Осталась последняя проверка. На следующей неделе я буду снимать капканы. Не знаю, надеюсь, что-то может еще попадется. Ну, будет видно. Спасибо всем, кто досмотрел видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем охотиться, будем рыбачить. Всем удачи!